Помочь себе избавиться от боли в спине можно при помощи ритуала. Берете листочек бумажки и пишите своей рукой на нем заговор. Есть такой вяз, что вяжет да забирает, что боль любую отнимает. Так пусть вяз тот завяжет, запетляет, пусть со спины моей боль снимает, чтоб ей не тело мое жечь, а ей с водою в землю стечь. Пусть вяз растет, а под ним пшено медовое колосится, пусть боль спинная навеки со мной простится. Да будет так. Затем зажигаете свечу при помощи спички и на свечу читаете данный заговор с этого листочка 7 раз. После прочтения следует бумажку от свечи поджечь. Полученный пепел необходимо смешать с солью и медом, чтобы получилась мазь. В каких пропорциях положить соль и мед, пусть вам подскажет интуиция. Полученную мазь вы нанесете себе на спину на 7 минут. Затем принимаем душ. Ритуал можно использовать раз в день до тех пор, пока боль не исчезнет.